Слухи о беременности певицы Анны Седоковой появились еще в конце прошлого года. Тогда говорили, что певица ждет ребенка от бойфренда, которого она старательно скрывает. В сеть даже просочились фото Анны с округлившимся животом. Но представитель звезды утверждал, что все это выдумки журналистов. 8 февраля Седокова раскрыла карты. Артистка написала в Инстаграм, что действительно станет мамой в третий раз. Также Анна рассказала, что скоро представит новый клип. «С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать, главное, свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю Бога за это волшебство», — написала певица. Также эстрадная певица анонсировала выход новоиспеченной песни «Первая любовь». Фанаты забросали поздравлениями свою любимую звезду. Однако самым распространенным вопросом у комментаторов стал «А кто папа?» в его разнообразных вариациях. Но имя отца ребенка певица так и не сообщила. Напомним, что у Анны есть две дочери от разных браков. 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича, скончавшегося в 2014 году, и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.